Всем привет! Сейчас я вам хочу показать новую модель, которую я буду изготавливать. Вот такая вот модель. Корпус восьмерка, будет два отверстия под шнурок. Шнурок сделаю. Вот там может быть даже и чехольчик будет. Вот такой вот инструмент. Это Noto Mi у нас. Noto Mi, прут восьмерка. Я уже как-то делал уже этот инструмент, я уже показывал, как я его делал. Жесткий язычок ставил, но он мне не понравился, этот жесткий язычок. Я поставил свой язычок, ну, который всегда ставлю. Сейчас он звучит, ну, я его, не знаю, как его назвать, но он жужжит прям как жук. Может быть, жук назовем, не знаю. То есть у нас получилась массивная рама, и в большой октаве получается, как версии Pro получается, но только рама у нас восьмерка, из-за этого, ну, корпус, рама. Из-за этого, ну, язычок чуть-чуть пожестче, но он не чувствуется из-за того, что массивность есть. И будет ограничение в нотах, это получается от до ми, как я сказал. Ладно. Это нота ми, сейчас попробуем. По-моему, нота ми была, сейчас проверим, я уже забыл. Нота ми. Ну, поиграем. Вот такой вот замечательный звук, жужжит прям, экспериментальный, кстати, звук, я сейчас пробую жужжащие делать такое, и тоже неплохо получается, ну, он как бы чисто звучит, но еще есть такое жужжание небольшое, что тоже придает свои интересные звуки, когда играешь на высоких, допустим, вот. Вот. В общем, вот такой инструмент. Этот сейчас пока есть в наличии. Не знаю, сколько он у меня пробудет. Но я еще ВКонтакте выложу. Думаю, что заберут. Так что, скорее всего, по заказу пойдут. Все. Всем спасибо за просмотр. Как обычно, буду продолжать работать, снимать видео. И, ну, что сказать, эксперименты всякие делать. Ладно. Всем пока.